Депутаты вернутся к работе с 1 сентября. Соответствующее распоряжение подписала в среду председатель парламента Зинаида Гречанная. Повестку дня первого пленарного заседания и дату его проведения установит постоянное бюро. Согласно регламенту, ординарные сессии проводятся дважды в год. Период осенних заседаний открывается в сентябре и завершается не позже конца декабря. Весенняя сессия стартует в феврале и продолжается до конца июля.